Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваша приключенческая девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся в Baldur's Gate 3. Да, вот на том месте, где закончили, там мы восстановились. То есть мы накоцаны, больные, еще раз накоцаны, и нам нужно выдвигаться в третью главу. Вроде бы. Но давайте нежно двинемся туда. Заодно посчитаем, что у нас там по заданиям и по карте. Убывающая луна. Вот, что-то есть. Отправиться по дороге к вратам Балдура, отправиться на запад по дороге к вратам Балдура и отправиться по дороге к вратам Балдура. Смотрите, три задания, а одно и то же задание. Это хорошо, а здесь мы ничего не забыли дать по карте, так как-то понятнее. Врата Балдура, врата Балдура, врата Балдура, последний лагерь. Тут что-то есть, последний свет, таверна. С кем-то перетереть, у кого-то поинтересоваться. И вот этот знак восклицания, оно вообще не красит эту игру. То есть, дамы и господа, да, сделайте галочку там, где завершено, и все будет гораздо проще. Белокурый эльф, волшебник глубоководья, дочь тьмы, дочь тьмы. А что такое дочь тьмы? Отправиться в врата Балдура. Это в вратах Балдура. И я так понимаю, что у нас все квесты в вратах Балдура. Узнать историю принца Орфея. Да, тоже в вратах Балдура. Окей. Я человек простой. Делаем легкий, тяжелый отдых. Может, там нам в лагере кто что скажет. И отправляемся во врата Балдура, что ж делать там. Мне там еще лоляшку обещали, еще запасную. У, да, чернявый, мы, кстати, освободили-то почти душ твою с хлопковых полей. Все на проклято. С паразитом мозгу, отец, можно творить немыслимых бед во имя Абсолют. Если врата Балдура окажутся в руках Абсолют, остальные города побережья не устоят перед врагом. Мы сражаемся не только за исцеление. Мы сражаемся за отца. Мы сражаемся за врата. За весь Файрун. Ну, допустим, Равенгард Лукаксит к Тантову Абсолют, куда они его отправят. Крепость на Змеиной Скале. Через нее проходят все, кто прибывает в врата Балдура. Это штаб-квартира Огненного Кулака. Их командира, моего отца. Армия Абсолют направляется к городу. Не приведи небо, если великий герцог, зараженный личинкой, откроет им ворота. Да, я представляю, прям приходим мы в город раньше них и говорим: слушайте, а ваш там великий герцог, который самый главный ваш, да? Он заражен личинкой Абсолют. Я тоже заражена личинкой Абсолют, но вы мне поверьте, поэтому, ну вот, как-то да, не пускайте его, да? А из чего там летит большой огромный мозг? А Мизура сказала, что ты можешь рассказать про свой пакт изгнания. Мне пора узнать правду. Да, но сперва один вопрос. Если бы твой город садили враги, чем бы ты пожертвовала ради его спасения? В свете известных событий сдались бы и сели бы на федеральный бюджет врагов. Ну это так, из области фантастики. А было бы желание дать жизни, душу свою не отдала бы... Вот мне-то что? Я бы никогда не был предать брата Балдура. Мне было 17, отец Улдер Ревенгард только недавно принял титул великого герцога, уехал в Элтриэль, чтобы решить там какой-то спор. Вот тогда-то драконопоклонники решили напасть. Культ дракона — многоликая религия, в ней нет единства. Некоторые верующие убеждены, что рано или поздно мир станет править драконья нежить. Другие поклоняются драконьей богине Тиамат. Настоящая драконица, которой нужно поклоняться, мы знаем, кто это. Одно хорошее аниме нам об этом рассказало. Ну ладно, предположим. И чё? Через десяток дней после отъезда отец меня разбудил, после отъезда разбудил на дикий шепот. Ястребиный холм, королева хаоса пробуждается, иди. Я схватил рапиру и отправился туда. Но неба не было ни облачка, при этом ни одна звезда не светилась. Сектанты собрались у подножия холма. Ты ищешь покалывание. Уилл, хочешь показать тебе, как все было? Ну давай, покажи. В зловещей тени 5 групп, по 5 молящихся каждой, окружают высоченные тотемы. На верхушке каждого из тотемов вырезана драконья голова, держащая в пасти массивный шар. Сектанты поют сперва негромко, потом голоса их приводят в надрывные завывания, обращенные к беззвездным небесам.
Давакина вам там не хватает, я понял. Ураган набирает силу, и Мизора прижимает губами к твоему уху. Она уничтожит рода Балдура. Отдай мне душу, я дам тебе силу спасти город, шепчет она. Она зачитала условия присутствия двух дьяволов-свидетелей, и я сказал «да». Одна душа за один город. Я думал, ты там хрустальные айфоны воровал. За это тебя изгнали. Для твоего черняшества оно похоже. И ты в одиночку уложил 25 сектантов, да? Как будто бы нам не плевать. Он убирал Мизора, и Архадьева лица Азариэль в тот день помогала нам. Пламя верно полыхало во мне. Я истекал гнилыми соками Диса. Сектанты отправились с нашими, отравились нашими ядами, горели в нашем огне. Когда мы кончили с ними, нам не осталось ничего, кроме 5 обугленных сфер на груди пыли пепла. Душа была завещана, а уста запечатаны. Знаешь, чувак, мне на тебя вообще плевать, я понял. То есть предыстория Шкрябова у меня вызывает и то больше сочувствия, чем твоя. Таниэли, Лаляшка вернулась. Здравствуй, Арабелла. Или ты еще не ушла? Могу позаботиться о себе сама. Ладно, подруга, я тебя услышал. Тогда делаем долгий отдых. Отдыхаем. Наслаждаемся. И выдвигаемся во врата Балдура. Так, я немножко перепутал. Что мешает нажать одну большую красную кнопку «Сделай отдых»? Долгий отдых? Нет. Жрал, ваешь, надеюсь, есть или мы его все проели? Долгий отдых? В лагере хочешь кто-то поговорить с нами? Кто? Вот ты, вот крылатая. Что ты знаешь обо мне? Ты говорил о моем прошлом, о том, как за мной гнались волки, я никому не рассказал об этом. Почти никому. Но с тобой таким точно не делилась. Я не скажу тебе ничего нового, но все это знаешь сама. Тебя обучали старательно и беспощадно, отсекая все, что не списывается в планы. Они заставили тебя забыть. Я сама делала выбор. Ради миссии, для защиты. Тайный шар, да. Это старая песня, девочка моя. Твоя богиня куда больше дорожит своими секретами, чем своими слугами. Ближе к делу. Освободив меня, ты растекла узы между мной и этим псом Тормом. Связь через боль, которую он мне причинил. Когда я увидел тебя, то ощутила похожие узы. Ты связана с двумя живыми существами где-то вдали от тебя. Позволь, я помогу тебе вспомнить. Ты ощущаешь касание размаша Доухар на границе. Тебе знакомо это ощущение. Она хочет показать тебе то, что ей откроется. Ну, давайте открыть свой разум этому ощущению. И ты соединишься с разумом Доухар, хотя хотела бы соединиться с ней телами. Вас обоих тянет куда-то прочь, и вот-то. Няшка, стесняшка, Шедоухарт, лаляшка. Так это не волчок был, кусь собачок, это был кто-то, мужик какой-то, да? Это был обман. Это был жестокий обман. Не, нам чего не показать, кто там был. Вспоминай, что у поклонников Селуна есть обряд. Они отправляют своих детей в лес, чтобы те сами нашли дорогу домой. На этот раз что-то пошло не так. Одна девочка, похоже, так и не вернулась из леса. Ее похитили. Как? Но кто это был?
Тебе так известно. Разве ты себя в нем не узнала? Не признала собственную кровь. Мой отец. Это был он. Не был. Он есть. Он все еще жив, и мать твоя тоже. Нет, не может быть, я сирота. И кто тебе это сказал? Твои приемные родители. Ты ни в чем не виновата. Ты была совсем крохой. Тебе можно было внушить что угодно. Они забрали тебя, потому что хотели сломать и передать за дело заново. Но ты уже не ребенок, ты женщина. И ты знаешь, как следует поступить. Мои родители. Я должна их спасти. Два вопроса. Вопрос номер один. Почему Шедухард так шикарно смотрится в своем полураздетом виде? Вопрос номер два. Каким образом ее отец выжил после тычка заостренным копьем в хребтину? Ну и, знаете, соответствующий вопрос номер три, такой, знаете, на полбздюлинге просто вопросик, да? Фига это вообще происходит? Ну, допустим, я помогу. Твои родители сейчас станут похитителями. Тебе придется вернуться в их логово. Но берегись. Когда ты считал их своими товарищами, наставниками, друзьями и близкими. Теперь они твои враги. Ты получила предупреждение о том, что ждет впереди. Но не получила оружие. Копье ночи. Мне казалось, оно кануло в царство теней. Мне удалось вернуть его, прежде чем оно навсегда пропало в темных владениях Шар. Шар с легкостью отбрасывает ненужное. Думаю, ты прекрасно это знаешь. Но когда я взлетела, то ощутила его призыв. И если Шар считает что-то своим, это в равной мере принадлежит Целуне, а не одно. Их силы равны и отражают друг друга. Возьми, оно тебе пригодится. А уж как с ним поступить? Решай сама, как ты делала это прежде. Мне поможет любое преимущество. Спасибо. Я отдаю долг. Ты вернула меня к жизни. Теперь иди и верни свою собственную жизнь. То есть крылатая баба нам и здесь не поможет. Шар терзает тебя до сих пор. До чего мстительное создание? Это не прекратится, пока ты сама не положишь ему конец. Сделай так, чтобы жертва твоих родителей не оказалась напрасной. Позволь лунной деве вернуть тебя на путь. Я извиняюсь, какая жертва их ее родителей, если ее родители живы? Так, на полшишечки просто вопрос. Ну ладно, все. Совсем перетрендели. Нет, с нами кто-то еще хочет поговорить. Сосаренечка, а твой героический квест нам двигаться не хочет вообще от слова совсем, а? А то я бы так и шедвинул бы его. Там, говорят, весело. Нет, серьезно, а кто с нами хочет поговорить? Шкряп там или... Кстати, а где Карлах? Карлах с нами хочет поговорить. Буся моя, иди сюда. Это ведь был Гарташ, да. Какого дьявола он тут делал? Это из-за него все, да? Личинки, абсолют. Ну как? Похоже, что теперь он служит Бэйну, как Кэтрик Меркулу. Кто знает, какие силы он собрел с нашей прошлой встречи. Я ни за что не взялась бы охранять услужителя Бэйна даже тогда. Я всю жизнь присматривала за этим утырком. Я ему доверяла. А он взял и выдал меня за Зариэль. Просто так. А теперь собирается сгубить все побережье мечей. Он должен умереть. И убить его должна именно я. А я вообще не против. Мы сделаем это вместе. Че бы нам это ни стоило. Ему не должно сойти с рук то, что он сделал со мной. С нами. Не должно. Я чувствую это. Движитель все горячее и горячее и шумнее. Он скоро рвает. Если мы не придумаем, как его подлатать. Знаешь, эту хрень меня засунула за рель, но с подачи Гордаша. А дьявол такого может ожидать. Но никак не от тех, кто ради кого-то жить готов положить. Давай-ка двинем в город. У меня там важное, прям горящее дело.
Так я что, и не против, это вам потриндеть всем нужно. А мы завсегда за. Давайте, есть выбор, есть выбор. Еще на 2-3 отдыха есть, нормально. Ох, и храпучие ж вы засранцы. Шэдоухарт, булочка моя, ты уже готов морально-аморально, ну? Мне лгали всю мою жизнь. Я была так доверчива. Ни разу не усомнилась. Мои родители живы, я должен спасти их. Думаю, какая-то часть меня всегда это знала. Та часть, которой Шар мне всегда отказывала. Ну, прям чем ты не задумала, я буду рядом, нежно-нежно, ручка в ручку. Спасибо. Только воздержусь от глупого геройства. Придет время, мы вместе влезем в змеиное гнездо. Я не могу тебя потерять. Слишком многое нас связывает. Нам стоит поднажать. Но прежде есть кое-что, о чем стоит позаботиться. Ну-ка же, это ты о чем же? Скоро узнаешь. А пока позволь мне сделать то, что я считаю нужным. Ну, мы с тобой разделяем нечто особое. Нет, чтобы поговорить об этом нежно-голенькими. Как серьезно, продолжай. Вот, поцелуешь меня? Я думал, ты не попросишь. Боу, беременные дети, отворачиваемся от экрана. Беременные дети, поворачиваемся назад. Тут даже ничего видно не было. Нет, улыбающийся Шэдоухарт, конечно, хорошо. Ну, отсутствие горизонтально-поступательных действий — это плохо. Ладно. А вот, признай, что у тебя в жизни не было таких отношений, как сейчас. Даже если вспомнила, не сказала бы. А то у тебя самомнение до небес улетит. Ну ладно, ладно. Если что, запомним. А где нам нужно? Объятый день полевой лунной башни, вызов шар Литвинда. Вот, дорога ворота Балдура. Вот сюда, пожалуйста. Что бы ни ждало впереди, мы знаем, что что-то где-то как-то как-то. А где армия? Тут большая-пребольшая армия стояла. Или они с мозгом улетели? Не обещая вернуться. Вы готовы отправиться на встречу новым приключениям? Возможно, вы уже не сможете вернуться. Прежде чем двигаться дальше, не забудьте завершить все неоконченные дела. Конечно же, да. Кому вы это говорите? Там сейчас будет миллион комментариев о том, что Невер, ты там что-то забыл лута забрать. Проклятие снято от земли очищенной тени. Правление живого мертвеца Кэтрика пришло к концу. Твоя храбрость прошла тяжелые испытания. И вот тебе удалось удержать победу. Вот, вот чего не хватало в 4-м Fallout'е и в 3-м. Нам сказали, что мы молодец, что мы сделали все четенько-причетенько, как должны были. Ведь и не зафейлили. И уже хорошо. Шикарно. К чему это дерево, вообще непонятно. Но шикарно. Интересно, да, можно будет вернуться? Чисто напоржать. Посмотреть, дерево там красивое, без теней это все дело. Или реально уже первые две главы закрыты. Тогда будет грустно. А, здравствуйте. Где все мы? О, мудилка. Я даже не знаю, кого ты косплеишь. Курта Кобейна, да? В молодые годы. Сержант, вы здесь, полагаю, потому что на Змеиной Скале все готово? Все приготовлено для операции? Нет, лорд Гортош, нам помешали. В Нижнем городе снова землетрясение. На этот раз еще сильнее. Так ты потом приближала ко мне? Я польщен, сержант. Но даже я не могу устанавливать стихийные бедствия. Простите, мой господин, но на улицах паника, жители напуганы. Возможно, им было бы спокойнее, если бы держали себя в руках. Вы меня разочаровали. Не думал, что огненные кулаки в ужасе бросятся ко мне, когда земля немного задрожит.
к обязанностям. Обязанности, обязанности, обязанности. Патруля, дай честь. Выполни приказ, поклониться. Так точно, господин, никак нет, господин. Глотку вам вжиг, господин. Твой план посыпался, лордишка. Скажи-ка теперь, что мешает мне порезать тебя на ленточке? Держись в руках, Орин. Мы должны заняться сбором камней, иначе мозг освободится. Землетрясение только начало. Никто из нас не ждал, что завладеневшие призмой убьют Кедрика. Сейчас они наверняка в город уйдут. Встретим их по-нашему, по-балдурски. Ах, как мне хочется содрать с тебя кожу. Выскрести череп до снежной белизны. Маленький тиран. А, я ее понимаю. Когда работаешь с дебилами, это сложно. Но тебе повезло. Я подорвала себе целую семью живых игрушек Ривингтонина в Светень. Сегодня они утолят мою жажду. Но завтра и послезавтра. И послезавтра мой клинок снова будет просить крови. И тут на сцене появляемся мы, своей прекрасной красной жупенькой. Так я не понял, что крылатая баба с нами идет или нет? Я понял, нет. Так если это ваши врата Балдура, то, чуваки, у вас ремонт упросится по самое не балуйся. Поудаль от лагеря ждет тревожной тишине город. До него остался всего один сон. А вон он где. Не, ну, это еще круто, что сказать. Пиксели немножко не довезли пару ведер, но это круто. Итак, смотровая площадка на Змеиной скале. У черных камней, конечно, лучше. А, и чем с этого дела имеем? Я так думаю, что фонарь нам уже не нужен. Мне так и никто не сказал, как с ним поговорить с фонарем, с этой феей, которая внутри заточена. Поэтому черт с вами, Гейл, я тебе потом дам что-нибудь нормальное. Типа какой-нибудь глефа. А что у нас в остальном? Куда мы можем идти? Самое главное. И чёрта мы влезли, Джахаир, серьезно. А где мои все? Где эти ушли паны? Чё-то туда полезло. Хвост сломаешь, здесь же никто не вылечит. Туда нельзя попасть. Можно попасть. Давайте у Джахаира поинтересуемся, фига ли она с нами пошла. Здоров, подружайка. Чё как? Шедохарт отыскала еще одну частичку себя. Это совсем не заслуга одной лишь Селуны. Она ответила перед жрицей. Путь. Но шаг сделала сама. Сама. О, слушай, раз уж мы путешествуем вместе, хотя тебя никто не звал. Я тебе ничего не знаю. Это означает, что у тебя хороший вкус, и ты не любишь дерьмовые баллады. А то я о своих подвигах такого наслушалась. Если будут вопросы, спрашивай. Но имей в виду, только в прозе. Ладненько, до свидания. Я так понял, что мы в лагере. Эта бубень с нами поперлась. Серьезно, когда я ее приглашал? Я такого не помню. Поговорить вроде никто не хочет. Лазы, боже, лазы, или мы про тебя забыли? У тебя там вариантов нет, что-нибудь четкого веселого, не? Шедохарт никогда не была настоящей питомицей Шар. Ее держали в плену. Она должна отомстить. Ты смотри, как повернулась-то, а? А насчет Китраковоса? Лишь во Влаке добретем и свет.
Это были первые слова, которые я прочла на скрижале Тирсу. Это не афоризм. Это закон. Наша кредо. Тот корень, с которого произрастают 10 тысяч стадий устава в Лакет. Понятно. Грешны там все. А можно это поменьше как-то? Я понимаю, почему ее с собой не берем, слишком фанатично. А проверочка на Верочку, крылатая баба. У тебя варианты есть или нет? Давай, тунц. Добежали, здравствуй, крылатая баба. Вот и ты. Я ждал твоего появления с великим терпением. Подойди ближе. Чё-чё? Я чувствую, как от моего голоса дрожат твои кости, когда я славно славлю нашу победу. Лунная дева Селуна, услышь меня. Кэтрик Торм, предатель. Служитель Меркула, наконец-то мертв. Моя ненаглядная супруга Изабель цела и невредима. Целая и невредима вернулась она в мои объятия. А, так вы еще и штамп в паспорте имеете. Толерантненько. А где же серебристый свет, где лунная магия? Прислушайся к тончайшим вибрациям лунной девы. Ощути пульсацию от отделок твоего сердца. А творит волшебство там. Короче, они пойдут со мной, а красивые маги нам не покажут. У, Сосариоша, скажешь, у тебя главный квест двинется твой, а? Скажи. Врата близко. И Кассадор тоже. Мы понятия не имеем, почему ублюдку так нетерпимо хочется вернуть меня. Мысли есть? Я думаю, нам нужно выследить моих собратьев в отроде. Не то чтобы я мечтал о встрече, но выведать у них что-то можно. Найдем их, заставим рассказать, чем занимается после моего бегства. Говоря на чистоту, мне что подсказывает, что сами придут за мной ночью. Если раньше не доберут, то не сам. Но мы их поищем обязательно. Но если Кассадор не изменил порядки, то они сидят в своих норах в городе и ищут новых жертв. Ясно, понятно. Где моя нежная булочка Шедоухарт? Я хочу ее еще раз приобнять. Может, там квестов можно не только поприобнять, но и пожмакать. Shadowheart. Или нельзя? Хочу поговорить кое о чем, особенно между нами. Поцелуешь меня еще раз? Ну, я рассчитывал, что поцелуй будет несколько ниже. Ладони на 10. Ну ладно, ладно. Хотя бы какое-то движение есть. Давайте. Лечь спать, отдых. События последних дней лежат у тебя на душе тяжким грузом. Сон никак не идет. Голова полна сумбурных мыслей. Абсолют не божество, а старший мозг, находящийся под контролем избранных троицы мертвых. И намерены с его помощью подчинить себе все побережье мечей. Все, в ком есть личинка, управляются мозгом, как следствие избранными. Всего лишь один приказ, и они превратятся в элитидов. Их будет целая армия. Такая участь ожидала бы тебя, если бы не астральная призма и таинственный гость из нее. С ее помощью тебе удалось раскрыть истинные цели культа. План захвата власти, разработанный самими богами смерти. Вместе он схватит сил сорвать замыслы троицы мертвых. И если ты пройдешь этот путь до конца, старший мозг будет подчиняться не избранным, а лишь тебе. Ты избавишь их от паразитов и религиозных заблуждений? Или используешь новую силу ради собственной выгоды? А вы как думаете? Кто не знает, смотреть наше прохождение Хогвартс Легаси. Ответ спрятан там в финальной серии. А, тут нужно прям сразу сказать, да? Меня знаете, что смущает? Что три бога, бога Карл.
Замутили какую-то мутно непонятную схему с кучей дебилов подчиненных? Ради чего? Чтобы захватить один город, три деревни и два деревянных сортира? И то, на дороге, как обычно, мешают кусты с буераковину. Ладно. Вот, скажем так, когда пробьет час, я поступлю правильно. Долго ждать не придется. А сейчас надо только спать. Но сон не идет к тебе. Услышь меня. Соберитесь. Пришел час расплаты. Город ждет своих хозяев. Призма, вернись, пожалуйста. Вливайтесь в мои ряды. А вы кто такие? Не, ну то есть я понимаю, что вы гитянки. В средней степени накоцанности. Отсральный портал. Но вы, чуваки, потерялись. Вы в нашем лагере, где теоретически должны быть все сразу, да? Они преднапнули нашу Шэдоу Харт? Чё? Они Гейла преднапнули? Они... Чего? Они даже Хальсина поднапнули. Вы не осатанили, падла, а? Так, нужно добраться до портала и размотать его. Отсрали портал. Ага. Ну, черт там плавал, да? Еще и не размотаешь просто так. А заклинания палится у нас нет. Есть вдруг неожиданно плавное падение. То есть этих снять не проблема. А давайте так, мы рвем когти к порталу. И надеемся, что там вот прям все вообще будет хорошо. Ревучик. О, видали что? Невер помнит про рывочек. Вот такой Невер молодец. Да, нас пинают в процессе, но Невер помнит про рывочек. Сбили два хода. Два шажочка. Окей. А, здравствуйте, убогие. Так, чтобы нас не задело сильно-сильно, да? А вас задело. Щпынь. И что-то как-то бронячие они, заразу. Прям вообще нехорошо. Тогда все выдвигаемся в ту же сторону. Пендельгил. А он так уже дырявый. Альсин, бусинка моя. 9% чао? А превратись-ка ты, мой соколик ясный, в дикого медведа. Сели в сердца их ужас. За их анальные сфинктеры. О, уже получше, 60%. А еще Шэдоу Харт. Если ты зайдешь вот здесь вот, то ты вполне применишь кровь Латандера, очень даже красиво. Ты же Шэдоу Харт, да? Стоп, а кто это у нас сейчас ходит? Офига ли Шэдоу Харт так расколбасила? Чё у тебя броня появилась, проявилась? Ты же и показывать не должна. А, здравствуйте, убогие, до свидания, убогие. Экспекту патрону вам в жопу. Не ждали, да? Скажи, не ждали. Бедный Гил, еще и по яйцам напинали. Ух ты ж, зараза-то, сейчас нам накидают-то по щам. Тут никакой магический оберег не поможет. Уйди, противный, уйди, что ты такое делаешь нехорошее. Так. Астральный портал, добежишь, не добежишь? Да вроде добежать должно. Обидно будет, если не сможет. Зараза, не хватает очков движения. Ну, так же нельзя делать. О, хотя с другой стороны. Файербол. Гори-гори ясно, падла. Так, Гила напинали, а ты у нас
Ты у нас нездоровый, ты у нас нездоровый. Давайте вот этого. Один. А что будет, когда портал закроется? Бегите портал, пока абсолютно не захватила контроль. Погодите, а нам что, всем нужно в портал сбежать? Надеюсь, только одной нам. Иначе будет прям вообще не весело. Особенно учитывая, что я нифига не сохранялся. Так не достанет. Я вас услышал. Щедохард, не заходя на ледянку, пожалуйста. Да-да-да-да-да. Поднапнули в самое неудачное место. Потом будет бабуся. О! Красота! Поднял осу. Можешь даже сделать призрачные стражи лучистую. Гил. Поднапнутый ты наш, бедняжка. Бог ты мой, что происходит? А вот это сейчас было обидно. Потому что нифига в портал не сбежим. Молодец, Шедуха, просто молодец. Божественно напнула. Так, мы лежим. Не надо. Шедухард, подними нас всех. Эдитс. Вот портал, вот мы. До свидания. Гейла и медведа решили с собой не брать, да? Слушайте, у меня появилась мысль, что это вот та башкинь, из которой выняли мозг. Тот самый большой, огромный. Ну, я даже не спрашиваю, на кой черт им призма была нужна этим гитянкам, если они без призмы могут все это делать? Ой, да-да-да, я такую цену в Докторе Кто видел. 12 сезон с Питером Капальди. Я кому-то должна помочь или чё? Гейлушка... А, понятно, тебя уже поимели. Прям бедишка-печалька. Ну и пускай отбиваются. Не, бедный Гил. Тело мы его дотащили. Шедухард, вопрос их вопросов. У нас там ничего не было на воскрешение. Свиточек какой-никакой, да? Вручь не выбрасывали. Торговая без записочки. Вот, свитка возрождения. Здрасте, пожалуйста. Так, Шедухард, ты... Сможешь там? Да я понял, что нам кричит та бабень, что беги прям к черепу, и будет тебе счастье. А как-то байдула буду применять-то из инвентория. Заклинание Shadowheart. Применить на Гейла. О, жив цел орел. Местами даже не покосанный. Куда ж ты денешься с подводной лодки, чувак? Зелье великого лечения, это тебе. Давай, засербал. Такой себе. Откровенно скажем. И там писали прям, never, не юзает эликсиры, потом жалуются. Да, имею право. Не юзаю, жалуюсь. В этом вся фишка прохождения. Так давайте только от нас пойдем. Рижочек, пирожочек. У, я ж туда могу, серьезно? Тишь ты колотишь-то, летающий мишка.
И вы меня, твари, не должны были там достать, собаки позорные. Я опять не сохранился. Надо было Лазель брать, может, с ней порешали бы вопрос. Серьезно, как они это делают? Медведь, отличись на пятеру. Или хотя бы на четверу. О, уже получше. 60 и... Зараза, какие вы мощные. 13. А, Гейл, сделай хорошо, но быстро. Засранцы, не падают они вниз. Щедохард. Кручу-верчу, залечить хочу. Я нижний нежить, да? Засранцы. Сракет, сракет. Ну, вдруг пробьет. Да, вдруг пробило. Толкнуть, отпихнуть, бонусное действие. Мы даже лежачего со скалы не спихнем. Насколько мы убогие. Надо было глефа бить. Дьявольское возмездие. Нате, подлина, нате. Слушай, Карл, это только двое, а там же еще миллионы. Надо было быстрее пробегать, когда они мозгами занимались. Блински, нам Хальцина выбили. Как так еще? На них лед не действует, холоднокровный вы твари, что ли, или что? Хальсин, ты прям грустный. Давай в Медесыча. Там это было круче. Слушайте, он с каждым возрождением лечится. И критует даже, а ешь ты был всю нашу жизнь. Минус один. Хорошо. А, еще Духард. Ну, глефу мы уже не призовем. Тогда бьем, чем бьется. Или не бьем, чем бьется. Да ну как же ты не падаешь-то, зараза такая. Наш на льду уже 500 раз упали бы. Дайте мне его за тело подержать. Один. Два. Похоже, Хальцина реально выбесили. Ам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дай мне хороший фаербол. Ну, почти было. Ты мой, такого нежного Хальцина пинать, это же все незаконно. Тишный бог. Сделали. И да, я вспомнил, что я не сделал там это в лунных башнях. Я не пролутал лут за кадром. Круто, тышка. Так, иди к черепу, иди к черепу. А, пардзиньте. Вот здесь мы ноги поломаем или нет? Самое смешное, что нет. Быстрее, быстрее. Это что, мозги за нашу ли? Господа, быстрее. Не-не-не, вот тут я сохранюсь, пожалуй, потому что там освеживатель разума. Мы его сюда не звали, и нам он тут нафиг не нужен.
прежде чем действовать, знай, я твой союзник. Мы в опасности. И летит. Что тут творится? Этот Гитянги — источник нашей защиты от Абсолют. Я должен пленить его. Иначе пропадет все, ради чего мы трудились. Пусть мой облик не смущает тебя. Это я тебя защищал. Это я приходил к тебе во снах. Погодите-ка, ты был довольно фапабельной бабой. Это вообще в корне меняет диспозицию. Даже не знаю. А что мне нужно делать? Гвардейцы, уничтожь их. У меня не хватает сил сражаться с ними. Но с твоей помощью мы переломим ситуацию. Уничтожь гвардейцев, а я покорю их хозяина. А ну-ка попытаемся обнаружение мысли. Позязя. Ясно, понятно. Ущербно убогие мы на удачу. Два повторных. Да, сработал таки. Несмотря на попытки действовать незаметно, ты понимаешь, что создание Элитида находится повсюду. Ты натыкаешься на него, как слепой кутенок, который только учится ходить. Это шутка. Я передаю тебе мысли свои прямо тебе в голову. Но если так хочется посмотреть самой, пожалуйста. Ничто в твоей насыщенной яркими событиями жизни не могло подготовить тебя к этому. Когда ужас отступает, у тебя остается только одна связанная мысль. Нужно сделать все возможное, чтобы Гитянки выжил. Ну, не освободился. Довольно. А теперь помоги. Сражайся. Он знает что, если бы они превращались не в тентакливых монстров, а вот тех фапабельных баб с крыльями, то у них бы не было вопроса с избирательной кампанией, что называется. Там бы сами записывались бы. А вот черт с тобой, помогу уже. Вместе мы переломим ход битвы. Да, там так и написано, помочь своему защитнику. И... А, погодите-ка, но я в самом начале игры выбирал в создании персонажа фапабельную бабу. То есть вот тут вопрос с подвоженькой. Что происходит? И я вижу Гитянка номер один. Ага. 2, 3, 4 и 5. Вот тут уже как-то не так весело. Последний взгляд императора исполнены жалости и разочарования пронизывают тебя насквозь. Император пал, но ты пойдешь везде с ним. Ты подвела нас всех. У тебя сводит желудок, сдавливает грудь, мысли травятся и распадаются. Поймись, короче, по полной. Я нашла тебя. Теперь ты меня услышишь. Ты покоришься. О, преображение идет, Карл. Тут красиво. Я это даже оставлю, чтоб было, ради интереса. Воу, а где наша харизма? Красоты-то никакой нету. И бледные какие-то. Даже не розовые. Присоединись ко мне, раб. Ну так-то это, конечно, было просто ради проверки концепции, а что будет, если мы проиграем? Не то, чтобы мы не могли уничтожить эту четверочку Гитянки, ну, не с 25-го раза, так точно. А, но вроде бы должны навалять. По крайней мере, их осталось двое. Облака кинжалов — очень даже мощная тема. Даже если в них иногда приходится заводить своего Хальсина, его пока что можно лечить. Есть. Спасибо.
Спасибо. Еще немного и случилась победа. Но говорить с тобой я хочу не с тобой. Где ваш командир? Валяется избитый и скотсанный. Дайте мне командира спасти. Тогда дайте мне себя спасти. Поднимите меня кто-нибудь на ноги. Щедухард, муж. А, Щедухард тоже лежит. Приведите моего вашего лидера. А, чувак, тут такая беда, печаль, что у нас это. Как бы это сказать? Лидер в сознании, не в сознании. Где я? Я себя не вижу. Серьезно, а где мы? Мы на одну жезу валяемся вот здесь. Давай, не проходя через облако кинжала, пожалуйста. Подняли, давай, одну. Подняли, наверное, вторую. Что думаете, гитянки-то было? Одни портянки. Чего у солдата может быть? А некоторым и того не выдали. Ну что, скажу, что ты хотел. Император Элититов. Не смотри на меня так. Да, Элитит. И без меня бы ты была рабой Абсолют. Неверно. Из всех созданий на свете я в долгу у мозгоеда. Спрошу еще раз, кто ты, и хочу служить имя. Можешь звать меня Императором. Искатель приключений. Я родился и вырос в родах Валдура, но не хотел в них оставаться навсегда. Я стремился к большему. Это стремление привело меня в лунные башни на поиски сокровищ. Колонию Элититов, которые поймали меня и превратили в того, что стал сейчас. Мне так объясняли, что мозги при этом не сохраняются. Много лет я служил старшему мозгу. Тому, что ты знаешь, как Абсолют. Я был рабом, как и все остальные, но мне повезло. Вырвался на свободу и начал новую жизнь в своем старом городе. Пропитание служили преступники. Неприглядно, да? Но их было много. И они никого не волновали. Ктулфу таки сдухавывает мозг. Мне посчастливилось познакомиться с герцогиной Сталиной. Мы стали партнерами. И через нее управлял рыцарями щита. Крупнейшим торговым партнером Балдура. А уж я понимаю, что из-за тентакли герцогиня твоим партнером стала. Люди звали меня Императором. Так сильно было мое влияние. Хотя, конечно, понятия не имею, что я на самом деле. Ну да, то выглядит как Элитит, выглядит... Три пальца как у Элитида, глаза как у Элитида. Нет, не Элитит, не догадаешься. Но тут природу обнаружил тиран Гораш, Горташ. Он выволок меня из дома и поставил мозгу... Достал мозгу, где я снова стал рабом. Теперь имя Императора было насмешкой, чтобы я помнил глубину своего падения. Но я полюбил его. Оно подходит тому, кем я стал. А здесь как очутился? В призме ты? Гоштар отправил меня за задание отправить союзницкой тип найти призму. Я был одним из немногих. Я не знаю, откуда они узнал Горташ или остальные избранные. Когда я нашел ее, то почувствовал, что меняюсь. Моя свободная воля вернулась. Я слышал зов и вошел за ним. И нашел гитянки. Я понял, для чего нужна призма. Это тюрьма, но я в ней и обрел свободу. Пока мое тело находится внутри призмы, разум свободен. Я мог противостоять старшему мозгу. Более того, мог строить планы их свержения. Все, что осталось сделать, это починить гитянки и найти союзника во внешнем мире, я нашел тебя. Да. А вот этот мужик, которого ты заковал в сфере, это кто? Принц Орфей. Сын первой предводительницы гитянки. У нас на него квест был. Его могущество было источником твоей защиты от голоса Абсолют. Силы способны нарушить контакт между разумами Роя. Именно эта сила позволила Мартире Орфея много тысяч лет назад сокрушить империю Элитидов.
Она передала эту силу ему, а использовала ее для себя. Когда мать Орфея ушла, ее место заняла самозванка, Влакит. Объявившаяся о королеве гитянки, вот тут надо было Лазель с собой брать. Влакит хотела получить его могущество. Орфей воспротивился, и его заключили вместе с верной гвардией в этой призме. Скованный адскими цепями, он не может уйти. И гвардейцы тоже не уходили. Они были близки к тому, чтобы сломить мою волю и власть над принцем. Если бы удалось это, мы бы погибли. Одного Орфея контролировать будет проще. А мы можем того это хирургически из Орфея силу вырезать-то? Возможно, будет время, когда мы попробуем. Но мы не знаем наверняка, сохранится ли сила после его смерти. Риск велик. Как только защита падет, я и ты попадем в рабство к старшему мозгу. Чем больше с тобой разговариваю, тем меньше ты похож на мозгоеда. Спасибо. Мое изначальное тело уничтожено во время преображения. Когда я впервые избежал старшего мозга, то искал новый сосуд. Но чем больше жил в этом облике, тем больше он мне нравился. Я понял, что вернувшись к себе прежнему, лишь ограничу себя. Все преимущества, что я получал, потерялись бы. Став элитидом, я намного превзошел прежнего. Вот так вот и начинается элитидская зараза. Переходить на элитидскую сторону силы у нас в печенюшке более вкусные. Мне бы хотелось этого. Не-не-не, такую красоту портить, того что. А я не хочу превращаться в свежевателя разума. Я считаю, у нас будет больше шансов победить старший мозг, если ты раскроешь свой потенциал. Я давно изучаю тебя. Думаю, смогу запустить следующий этап жизненного цикла личинки, сохранив твою независимость. Ты видела, что я способен. Да, ты не смог один развалять 4 гитянки. Такое себе. Если позволишь, я могу развивать тебя. Если ты можешь меня развивать, то почему не можешь остановить цереморфоз? Ответ из двух частей. Во-первых, это тебя убьет. Я говорил. А во-вторых, зачем? Не-не-не, не хотим мы элитидом становиться. Ни за что. В момент, когда ты произносишь эти слова, ты ощущаешь, что разочарована. Элитидский потенциал в твоем сознании силен. Как можно отказывать себе в этом? Чего ты жаждешь больше всего на свете? Ну не при Ютубе же это будет сказано. Я ощутил это. Оно в твоей природе. Не сопротивляйся. А можно не надо? Она хочет развиваться, но не может в одиночку. Ей нужно общение с другими. Да не буду этого делать. Пристал тут на всякое нехорошее склоняет. Природная, неприродная, неудача. А можно... Да, спасибо, повторный бросочек 2 раза, 3 раза. Да, крит успех, не будем мы такими. Волна разочарования сильнее всего, что накатывала на тебя до сих пор. А потом тишина. Тебе удалось не поддаться элитистским инстинктам. Пока что. Короче, чувак, Мы на этом сделаем паузу, я подожду, почитаю комментарии, кто еще скажет, но мое мнение, что мы не будем этого делать. Пока что, не забывайте про телеграм, дискорд и контакт наш, ссылочки под видео в описании, ну и всем удачи и до встречи. Жду вашего мнения.